Они набрали примерно на полбалла меньше, чем они набрали на турнире в Японии. Потому что они не успевают даже на экране. Так вот, воспитанники Алёши Горшкова и Сергея Петухова, наш первый дуэт, Оксана Домнина и Максим Шабалин. Со своим казачьим танцем. Да. Мне кажется, что он очень удачный. Молодцы. Молодцы. Хорошо финал скатали. Там чуть-чуть во втором тризле было не параллельно. Максим, ну вообще Максим в этом году очень прибавил. Мне очень нравится, как он катается и развивается. И вообще это не только этот дуэт, но и Сережу Петухова и Лешу Горшкову можно поздравить. У них юниорская пара выиграла чемпионат, выиграла финал гран-при юниоров. Это тоже очень большое дело. Школа много лет уже дает хорошие очень результаты. Школа Одинцовская. Все нервничают, сидят, ждут оценок.
да, сейчас буквально не знает, что поставить. Я думаю, что все будет хорошо. На 10 десятых ставит меньше своего. Зато повыше на 20 десятых. Зато повыше на 20 десятых ставит, да. В общем, они получили на 1/10 оценку выше, чем они получили в Китае, и на примерно 0.8 меньше, чем они получили в России. Вот такой расклад.